Такс, Николай, центр, Дмитрий, Павел. Дмитрия в этот раз трогать не будем, ему сегодня везет в этой миссии. Потому что в предыдущих двух только на них и нацелились мои войска. Вылетаем. На Дмитриев. Но Анне повезет гораздо меньше. Я лечу туда. Так, разведку нельзя позади оставлять, а то кончится это плохо довольно-таки. Ха-ха! Здесь как-то умудрились с правого берега войска захватить все-таки. Так, это у нас Чапараль. Это у нас ЗСУ. ПЗРК, вернее. Ну да, ПЗРК. Ну, ЗРК. Окей. Зенитно-ракетный комплекс. ПЗРК переносной. Ну, можно передвижной, наверное. ПЗРК, ЗРК. И так, я думаю, будет правильно. Упс. Стингер. А вот это уже ПЗРК стопроцентный. До свидос. А у вас тут такая прям вообще туса. Я прям поражен, знаете ли. Сразу минус 2, минус 24. Минус 28, вернее. Нормально, ничего не скажешь. Че это у них там стояло-то вообще? Мрулон 2. Причем не только он, скорее всего. Ладно, подобломали меня. У нас есть там что-нибудь из серьезных вооружений? Я имею в виду арта. Танки, танки, танки. Поддержка, поддержка. Акация есть. Есть акация. Можно немножко подготовить как-то местность перед тем, как ломиться. Попробуем малость. Эх, мне бы сейчас те установки, которые той ночной миссии были, которые я захватил. У меня есть БМ-21, но... Так, РМ-70 еще есть. 20... О, 20 километров РМ-70, но, блин, по 150. Мир состоит из двух типов людей. Артиллеристы и цели. Такс. Пока зон. Да, но это будет вообще непросто, ни разу не просто. Сейчас, наверное, надо залететь сначала так. Забиндим здесь на тройку. Арту, чтобы быстренько достучаться до ней в нужный момент. И, в принципе, попремся. Надо было РМ-70 вызывать. Хотя здесь сколько? 20 километров? Не 20 километров, не знаю. Наверное, больше 20. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Жалко, транспортировать нельзя на подвесках у вертолетов некоторые виды вооружения, которые можно было бы в реальной жизни, наверное, транспортировать. Нужно проверить хвостовой вид. Сейчас Ми-2 достанется. Ну, например, на Ми-26 какой-нибудь, я не знаю, броник. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Подвести. Отправляемся в указанный квадрат. Как-нибудь так. Вылетаем. Держитесь крепче, взлетаем.
Да, в принципе, в трюме 26-го и танк поместится. Ну, не танк, бронетранспортер точно поместится. О, да почему ж все время-то, а? Орудия заряжены, вылетаем. Держитесь крепче, взлетаем. Все время пропадает из цели, как только я начинаю в нее целиться. Цель пропадает из виду, вернее. Что так медленно наводитесь? Сейчас, может быть, некоторые войска с той точки подтянутся на эту. Тем самым я мало себе выиграю, скажем так. Держитесь крепче, взлетаем. Еще и по этой части. Проверка завершена. То есть там поменьше войск будет. Здесь я часть уничтожу. Но опять-таки, если это будет правдой. И опять-таки, если я увижу здесь город, неудобно. Карта здесь отстрелялась. Ни в кого не попала, я так вижу. Судя по опыту полученному. Ладно, отчиниваемся после полученных увечий со стингера и с пехоты. Эти еще находятся в подавленном состоянии, это плохо. Надеюсь, в ближайшее время они из него выйдут, как только починят свой вертолет. Им станет, может быть, получше. Так, ну, может быть, на яков напасть. Хотя, я боюсь, что какой-нибудь скрипт в этом случае сработает и попрутся. Попрутся сразу противники на мою базу. И убьют у меня там все нафиг. А мало ли, может пригодиться в следующих миссиях. Ну что, погнали. Ну это направление удара, оно будет самым безопасным, насколько я могу судить. Сейчас посмотрим. Так или иначе. Ну тут, конечно, наставлено вообще жесть. Меня еще волнуют апачи, кобры, тому подобное. Дребедень может залететь. Но если не взлетит, то я сейчас ее прям с птурсов уничтожу. Так, ты у нас уже никуда не взлетишь. Так, взлетает. Засранец. Вижу цель. Довожусь. Вы что-то заметили? Офигенская система. Это просто офигеть какая система. Она кладет 100% сразу 2 Ми-28. Мне надо выцеплять сорты, я не знаю как. По-другому. По-другому, видать, и никак. Так, ладно, давайте для эксперимента. Какой будет план? Яков. На пути к цели. Так, и... давайте дополнительно еще Григория захватим. Авось ничего такого страшного не случится. А РМ-70 мне хотелось бы вызвать. Вот будет облом, если здесь больше 20 километров. А я думаю, что это именно так. Здесь больше 20 километров. Будет не очень в таком случае.
Окей. Сейчас будем выкачивать ресурсы. Несколько минут буквально. Захватываем Якова. Здесь как раз два моста сразу же ведут. Вот в чем подвох-то. На этот островок ведут два моста сразу же. Двум этим точкам. Прям со стороны натовских войск. И это может быть опасно. Заказываем один. Пока что. Пока что один. Сейчас посмотрим, дострельнет ли он. А там уже закажем второй, если что. Но если дострельнет, то это, наверное, будет смертоубийство. Да, дострельнет, но только проблемка, вы видите, на пол карты. Разброс. Вы что-то заметили? Мы устроим там наблюдательный пункт. Да, и поперлись сразу эти, господа. Ха-ха. Конечно, меня никто просто так не позволил бы. Скрипты включились и... Сделал я себе только хуже. Так, Рэм. Давай. Ну ладно, пускай так. Понимаю, он 40 ракет за залп выстреливает, да? Да, 40. Нельзя давать садиться вот этому вот. Тунеядцу. Давай, попади во что-нибудь. Желательно в Роланд второй. Попал в ролл второй, только ему-то особо с этого ничего. Такс. Окей. 40 штук ты отстрелял, да? Правильно все понимаю, да. В этом я правильно мыслю. Ой, да ладно вам, а! Ребят, вы о чем? Зачем так все плохо-то, а? Так, давайте еще двоих вызываем.